19 июня 92-го. 12 часов под огнем пулеметов и пушек. Именно столько продержались защитники Бендерского горисполкома, пока не пришла подмога. Это очерк Сергея Феченко. Он о казаках, защитниках Приднестровья. Они не шли в пешем порядке, а на бронетранспортерах. Выскочат на площадь полностью, когда вот заряженный боекомплект, говорит, и поливают по окнам, по всем точкам, где они засекали, откуда велся огонь. Расстреляют боекомплект и уходили. Потом следующий. И вот так вот, вот весь вечер, пока было видно. Вот, и ночью также вот они обстреливали, стреляли. Идея выпустить сборник рассказов о бендерской трагедии возникла еще год назад. Союз журналистов объявил творческий конкурс. Откликнулись несколько десятков авторов. Из них выбрали 20 лучших. В основном очевидцы событий 1992 года. Среди авторов это и защитники, ветераны, это и учителя, библиотекари, школьники, которые рассказали о своих родителях. Каждый рассказ или очерк уникален. Ознакомиться с книгой можно онлайн на Приднестровском историческом портале.